Ребят, всем привет, поставили акцию на Essence. Сегодня покрутим немного, посмотрим, что падает. Зайдя наперед, скажу, что удалось подбустить персонажа немного. Ну а если вы хотите поиграть в Essence или Еву, регистрируйтесь по ссылке в описании, по ней получите куб помощи партнера для комфортного старта игры. Всем приятного просмотра, погнали. По акции, в общем, поставили нам акцию опять на книги, надо печати и ивентовые айтемы. В целом набивать достаточно просто, можно попробовать потраить. Также поставили создание пушек и доспехов монарха льда, плюс 8, плюс 7. Но трай очень дорогой, это для шейхов, поэтому просто посмотрим. Но шанс в целом 30%, довольно-таки серьезный шанс. На купоны шанс плохой, не рекомендовал бы, так как помимо того, что нужно попасть шанс 5%, на нормальные камни нужно не один купон, а там в зависимости от камня, так что не советуем. В общем, давайте крутанем на 13к монет, посмотрим, что удастся захрюкать. Ну и неплохо так насыпала упаковка подвесок 500 штук и косарь осколков талисмана Бенира. В целом, кто хочет сделать себе подвеску и Бенир, я думаю, сейчас самое время. Акция как раз рассчитана для этого. А также под видео недавно у меня спрашивали, как разогнать статы. И вот талисманом Бенира, я думаю, что статы неплохо так можно подразогнать. И сейчас он будет стоить достаточно дешево, поэтому точите, пробуйте. Подвески посмотрел, сколько стопроцентный обмен. В итоге получается 10. Решил, что попробую сам посинтезировать. Думаю, что получится больше. Ну и действительно, 16 подвесок третьих получилось больше. Я уже думал, что на самом деле получится меньше. Ну и наконец сделал себе четвертую подвеску. Давно хотел, но никак не получалось. Плюс акции, когда были, не было монет. Ну, я думаю, что в этот раз мне в целом довольно серьезно повезло. Третью попробую синтезнуть. Фейл. И остается одна третья. Четвертую одеваем, третью закину в коллекцию. Was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I... Также у меня сейчас 27 бенир, надо бы сделать 28, есть 1000 осколков.
траев на 28 было довольно-таки большое количество, но все-таки он не зашел на 28. И я решил там на 200 осколках остановиться, поскольку пришлось бы потом докупать и опять восстанавливать свой 27-й. По итогу нужно будет подфармить чуть больше монет, да, купить осколков и уже доделать бинир. А на 30 я не рассчитываю, он может как с 500 зайти, так и там с 5000, поэтому 28-го мне будет вполне достаточно. В общем, вот такое получилось открытие. Акция в целом, не знаю, рекомендовать, не рекомендовать, поскольку мне просто повезло увидеть в верхней части дроп. Но, опять же, если, допустим, мне эти 1000 биниров и 500 подвесок, то акция была бы так себе. Поэтому решайте сами для себя, стоит открывать ее или нет. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.